сюда нос ходишь, да? Встаешь и более реально же мозг. Встаешь и вот сюда мозг задает. Встаешь и задаешь. Еще раз, то же самое, только чуть другое добавляет. Начинаю на других где-то цеплять. Посмотрите, еще раз. Появляется. Пошло, да? Чуть-чуть побыстрее запускай, да? Сюда. Движение было туда. Сюда задал. Чуть закруглил его. Чуть-чуть побыстрее начинай. Появляется. Короче, да, побыстрее, чуть и пожестче. Сюда. Еще. Да. Побыстрее. Да. Меня зовут Сергей, я из Жуковский, из Жуковского. Семинар в целом очень понравился, очень интересная работа с закрытыми глазами. Здорово, она включает сенсорику, вот. Активизирует, когда убираешь зрительный канал, очень активизируется остальные каналы, очень хорошо. Вот. В прикладном смысле это все ложится на обычный образ жизни, ты намного лучше чувствуешь других людей, совершенно намеренно чувствуешь другого человека. Очень легко установить взаимоотношения, вот эти вещи. Если сравнивать, допустим, с другими какими-то направлениями, то именно вот этот аспект, он как-то дается неполному, там какие-то, может, ключи не даются. Не совсем ясно, допустим, если я приехал, да, я раньше с этим сталкивался, ну, с этой работой, то здесь сразу понятно все, доходчиво объясняется. Вот это мне понравилось.